Сегодня в Шимахе проходит 7-е заседание министров туризма Организации Тюркских Государств. На встрече находится и съемочная группа телеканала CBC. Моя коллега Туран Мамедли выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, Туран. Расскажите, как проходит встреча. Туран. Здравствуйте, Анастасия. В Шимахе проходит 7-е заседание министров туризма Организации Тюркских Государств. В повестке дня такие вопросы, как увеличение числа прямых рейсов, использование туристического потенциала исторического шелкового пути. На заседании рабочей группы «Город Шимахе» было предложено выбрать столицей туризма тюркского мира на 2022 год. И рядом со мной прямо сейчас находится Кянан Гулузаде, который является советником председателя Государственного агентства по туризму. Кянан Бей, в повестке дня находится вопрос об увеличении рейсов между крупными городами стран-членов организации. Есть ли уже определенные договоренности в этом вопросе? Конечно, есть такие договоренности. Есть. Мы к этому заседанию шли долгое время. Это уже 7-е заседание. Мы регулярно обсуждаем пути совместного выхода из кризиса, в который наше государство попали, и в целом глобальный туризм попал в результате пандемии. Сейчас идет период роста. Например, по показателям Азербайджана мы за 4 месяца этого года в 2 раза увеличили поток посетителей, путешественников, которые прибывают в Азербайджан, то есть динамика положительная. И, конечно же, когда сухопутные границы в основном остаются закрытыми, в первую очередь для увеличения потока нужно увеличивать количество рейсов. У нас очень хорошие контакты и с турецкими коллегами, и с Казахстаном, с Узбекистаном, в целом со всеми государствами, которые являются участниками данной организации. Мы сейчас работаем над совместными продуктами, совместными маршрутами, как вы упомянули. Это маршруты, которые будут проходить под единым брендом «Шелкового пути». У нас, во-первых, мы соседние страны, во-вторых, у нас общее, единое, скажем так, историческое наследие, братские, союзнические, стратегические отношения между странами, и мы хотим, чтобы использовать в первую очередь потенциал наших стран для того, чтобы внутри организации развивать, скажем так, внутренний туризм для тюркских государств, а также привлекать извне. На повестке у нас вот мы в эти дни в рамках рабочих групп обсуждали такие продукты, как Silk Road, Golf, например, это новый бренд, Silk Road, Ski, это там связано с лыжами и так далее, потом оздоровительный туризм и так далее. Отдельно, конечно же, мы обсуждаем и мы демонстрируем туристический потенциал освобожденных территорий Азербайджана, которым очень и очень большой интерес дружеских для нас государств. Благодарю, Кянан Мялим. А я отмечу, что мы вели прямой репортаж из Шамахинского района, где проходит 7-е заседание министров туризма Организации Тюркских Государств. У меня пока на этом все. Анастасия. Благодарю, Туран. А я, в свою очередь, тоже напомню, что съемочная группа телеканала CBC находится сейчас на заседании министров туризма Организации Тюркских Государств.